Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в Террарию. И на мне жутко ужасный костюм пчелы. Я его скрафтил, потому что между сериями пофармил, собственно, королев пчел. Пчелиный шлем на мне, пчелиный нагрудник и пчелиные ботинки. Он увеличивает урон, наносимый последователями на 4%. Здесь на 4, это либо суммарно, либо нет. А здесь на 5%, это каждый в отдельности, да? И бонус комплекта увеличит урон, наносимый последователями, на 10%. Ну и максимальное количество последователей тоже увеличено. У меня также посох скрафчен, который призывает. Ну, в данном случае у нас 3 шершня, ну, 3 пчелы. Плюс я скрафтил себе обычный посох, чтобы стрелять. Давайте карту уберем. Убьем одну королеву пчел. И потом спустимся в ад, чтобы... Огнецвет мне, в общем, нужен. Я себе обсидиан раздобыл. Я просто спустился в ад из ведра там. Ну, я, в общем, покажу, как я это сделал. Как я себе обсидиана наделал, чтобы не делать обсидиановый генератор, или как его назвать. Можно несколько все проще сделать. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Ну, и, в принципе, так и вышло. Но... Давайте пока с пчелой разберемся. С королевской, с этой. Оу. Так, увяз в меду. Ой, не то. Стоять боятся пчелочка. Мои последователи ее, в принципе, неплохо так дамажат. Ну, в целом, я ее неплохо дамажу. О чем уж речь. Она бы еще не дергалась, было бы как-то проще. Ну, в целом, норм. С помощью магии, конечно, попроще убивать. Вообще проще. Фармил-то ее обычно со стрелами. Давайте ману соберем. А так, в принципе, гораздо-гораздо легче. Плюс еще мои последователи. Мои пчелы ее неплохо так дамажат. Поэтому, да, без проблем. Оу. Так. Блин, а своими жалами стреляет довольно метко. Окей. Сколько у меня там здоровья? Копейки. Добить. Криты неплохие с посоха с моего летят, с магического, с этого. Тут, конечно, правда, брони меньше гораздо, но... О, пчелиная рубаха. Отлично. Что-то такое мы собрали. В общем, довольно быстро с ней расправились. Так, можно надеть. Ну, куда еще более пчелиным быть? На, в доску. Пчеломет, да, 9 единиц магического урона. Так, очень быстрая скорость, без отбрасывания. Потребляет 5 единиц маны. Стреляет пчелами, которые преследуют вашего противника. А это интересно. Давайте за место лука пока оденем. Так, семена дневного цвета, не уверен, что мне нужны. Грязь выкинуть. Ну-ка, пчеломет. Ух ты ж. Довольно забавно. Я не знаю, насколько это эффективно, но стреляет она довольно шустро. Правда, и ману тратит. Последователи на месте. Еще и гранат, куча пчеломин этих. Окей, ладно, зелье возврата. У меня до сих пор нету... как его там называют? Так, ничего мне выбросить не надо. А, вот это мне надо все выбросить. У меня до сих пор нету, господи, зеркальца, которое позволит телепортироваться. Но я думаю, мы его рано или поздно найдем. Обычно, когда я играл в Террарию, оно у меня как-то быстро находилось. Без особых на то проблем. Так, это банки. И все прочее. Окей. Нам, кстати, еще нужен хрустящий мед.
А как его нам сделать? Для этого нужны... Нужна лава. А у меня ведра с лавой есть? Есть. Окей, тогда ведро с медом тоже тут оставлю. Ну и пчелиный костюм. Во всяком случае, его часть. На что повешать? Еще пока и не на что повешать. Пускай пока поваляется, я потом манекен сделаю. Сейчас что-то неохота на это время тратить. Семена дневного цвета особо не нужны на самом деле. Но пускай. В общем, пойдемте в ад. Падать туда не так, что быстро. Пчелки за мной мои. Ну, зато посмотрим, как я делал обсидиан. В принципе, дело не хитрое. Но все же. Так. А вот. Как вы видите, я тут... А, стоять. Что у меня там за гриб уже вырос? Я вот здесь вот площадочку сделал. Ну, то есть, конечный вид она имеет, конечно, не такой. Она имеет вид вот такой. И здесь просто ведром щелкал под себя. Вода часть сюда отливалась, часть сюда переливалась. Отсюда обсидиан собирал. В принципе, ничего сложного. Я уже такой способ наполнения показывал. Когда делал резервуар с водой, который возле дома находится непосредственно. Воу, это что еще за шары тут? Оу, лава. Итак, тут у меня какой-то дальше витиеватый путь. Так, давайте откроем. Да, я тут дальше как-то витиевато пробирался. Окей. Так, тут вообще темно. Чё это тут так темно? Блин. Так, а мне вот в эту сторону вообще. Оу. Опасно. И тут опять же темно. Надо более удачный, конечно, спуск делать. Но за неимением лучшего пока что хотя бы это. И вот, кстати, это обсидиан. Я тут водой подзатопил. О, червяк. Что он тут забыл? Так, топор. Червяк. Червяк у нас сколько? 25% качества. Отлично. Для рыбалки сойдет. Вообще замечательно. Так, движемся дальше. О, урон. Надо... О, еще червячок. Не, ну прислужники мне определенно нравятся. Черт, я не то сделал, хотел поймать червяка. Нафиг мне пчелобомбы эти. В какой рог уперлись. Так, крюк. Крюк мне не нужен, я из него ничего не хочу делать. Ладно, пускай полежит. Но в любом случае он мне не нужен. Так, стопы. Кто тут меня трогает уже? Стоять. Что-то не тем атакую, да? Ладно, мои приспешники разбираются. Вот я тут уже умер. Разок. Лава меня жжет? Да, вполне себе. Давайте попробуем адскую эту руду подобывать. Да, она будет вся с лавой. Это проблема. Воу. Так, демон пришел. Окей. И не один. Это все весело, безумно. Надо выбираться нафиг отсюда. Так. О, стена плоти разбудилась. Вот это весело. Нафиг.
А, стопы, она за мной, да? Видать, этот, как там, кукла Вуду выпала, упала в лаву, и стена призвалась. Жесть. У меня, в принципе, золото тут есть. Адский камень даже немножко добыл. Но чтобы его переплавлять, мне нужна адская эта топка. Ладно. Окей. Крюк. Крюк у нас в чё используется? Давайте глянем. Так, а где гид? Гида стена, что ли, убила? Похоже на то. Ладно, приволокётся, куда денется. Да, похоже, гида стена шлепнула. Блин, это не очень. Так, нафиг паутину, нафиг крюк. Лук. Лук я пока выложу. Я не знаю, буду ли я его использовать в дальнейшем. Пускай пока поваляется. Рыбалка сюда. Топор мне пригодится, быть может. И что у нас еще осталось? Так. У меня нету возвратов никаких теперь. И надо быть аккуратней. Прям вообще по максимуму аккуратным в этом, блин, аду. Что там реально жестко. Погнали еще разок. Что делать? Блин, не повезло эту стену призвать слишком рано. Я пока со стеной состязаться не собираюсь. И чтобы убивать стену, надо сделать, конечно, подготовку. Надо сделать там дорогу и все прочее. И вызывать ее, конечно, с края. И, в общем, там своя тактика по убийству. Многим, думаю, уже знакомая тактика. Так, и оп, все, я уже внизу. Отлично. Так, здесь у нас тоже обсидиана немножко. Оп, стоять, червяк. Отлично. Червяки нужны. Червячки важны. Оп. Сюда. Так. Отлично. О. А, думаю, чего не хватает. Я забыл призвать своих. Так, еще червяк. Отлично. Будет потом рыбалка нормальная у нас. Опасно. Это что еще за гады? Так, хотел сюда зацепиться. Так, давайте тут рушить, что найдем. Так, адские знамена сойдет. А вот она, адская кузня. Отлично. Адскую кузню уже нашли, уже радует. Не зря слазили. Так, картину заберем. А это что у нас? Обсидиановое пианино. Так, весело. Могу ли я отсюда что-то добыть? Так, чтоб нафиг под слоем лавы не умереть. Сейчас попробуем аккуратненько. Да блин. Да, вот так вот, если с задних рядов начинать, чтобы на нас лава-то не бежала, то, по идее, что-то можно добыть. Так вот, гад. Нафиг тебя. Да, в принципе, так мы можем добывать адский камень. Значит, мы сможем сделать адский доспех. Но я пока что, в принципе, доволен тем доспехом, что есть у меня. Ну, в любом случае, он нам нужен. Адский этот доспех. Из адского этого камня. Воу-воу-воу. Лава начала
Бежать. Это проблема. Так, даже вот так сделаем. Тут мы, допустим, площадочку такую, оп-оп, отгородимся. И вот таким образом добудем. Так. Фу, хорошо. Потихоньку удается. Сколько у нас? Обсидиановый кирпич. Адский камень всего лишь 8. Да, это совсем потихоньку. Ладно. Мне вообще цель-то не это пока что. Я, если что, могу добыть себе нужное количество адского этого всего. Мне сейчас нужно найти цветочек, который мне очень поможет. Который я пока что не вижу здесь. Это что? Обсидиановый подсвечник. Весело. Сойдет, почему нет? Тут картинки очень радостные, я смотрю. Очень веселенькие. Да, с обсидианом мы можем всякой такой фигни поделать. Давайте вот эти картины заберем, почему нет. Тут можем и адского камня подзабрать без лишних хлопот. Вот так, таким вот образом. Гид Максвелл прибыл. Окей, гид ожил. Это хорошие новости. Ну, в принципе, куда бы он делся. Поэтому без разницы. Так, добываем этот весь камень. Ну, вот это тоже все. Смотрите-ка, сколько мне удалось. 37. В принципе, да, я спокойно на сет насобираю, кстати. Дверь можно забрать. Ну, прям киркой забьем. Так, сколько у меня еще места? У меня места еще хватает. Давайте еще и этот интерьерчик заберем. Воу, тут эти же гадкие черви. Окей. Это небольшая проблема, но небольшая. В принципе, минус. Можно с ними воевать. А вон и демоны прибывают. Ладно, давайте сейчас вот это дофармлю, дособеру. И пойдем все-таки искать цветок. Мне нужен цветочек. Вот я что-то отвлекаюсь на халяву. А, нормальный дамаг. А цветков я, кстати, не вижу. Ладно, это я потом успею пособирать. Пойдемте, цветочек. Я между сериями насоберу все, что мне нужно. Ну, имеется в виду адского камня в достаточном количестве. Ну и все прочее. Ты что, кстати? Дальность сбора сердец увеличивает. Нафиг не нужно. Бомбы тоже не так, чтоб нужны. Кирпич тоже не нужен. Бомбы нафиг. Пойдемте искать цветок. Так, я не вижу, чтобы здесь цветки цвели. Так, спустимся вниз. Ну, тут ничего такого. Ладно, не отвлекаемся, ищем цветок. Все-таки это первостепенная задача. Я пока что не вижу в упор. Да, я не вижу цветка здесь. Так, вот и дверка есть даже. Культурненько. Открыться будешь, не? Хорошо. Ну, это я все потом зафармлю. Мы пока что ищем цветок.
О-о-о, так. Чё, этот цветок не очень хочет тут расти, я так смотрю. Хотя это странно. Не, магическая этой штука все равно удачней. Где, блин, цветок? Вот что меня беспокоит. О, сундучок адский. Окей, сойдет. Давайте разожжем факел. Ага, чтобы их подкрывать, это надо еще в данж сходить. Помню, помню такое. Так просто их еще не открыть. Что-то или я ослеп, или я в упор не вижу цветков. Что-то их тут не видно совсем. Да, всякая всячина. Это ладно, это пусть. Где-то же должны быть свитки по-любому. Сколько я части? Я небольшую часть изучил. Но все же. Как-то странно, что никаких признаков. Цветков так и не обнаружено. О, так, демоны местные. Так, этот с куклой Вуду. Так, надо его аккуратно убить. И забрать куколку. Да. Кукла Вуда потом кидается в землю. Ну, в землю, в лаву. И призывается Стена Плоти. Поэтому мы это будем после делать. Давайте еще немножечко посмотрим. Если они найдут цветок, то я, скорее всего, это буду делать за кадром. Потому что как-то, оу, совсем не везет. В упор не вижу. Может, просто на ощупь надо искать. Потому что я не вижу цветков никаких. Совсем не вижу. А где-то же они должны быть, эти цветки. Да иди ты лесом. Так, всем в щи. Так, хорошо, без проблем. Блин, на горе адского камня стою, ну ладно, пофиг. Ищем цветок. Что-то его в лаве и нащупать-то не могу. Как-то это подозрительно. Нет, реально не вижу этого цветка нифига нигде. Тык. И здесь не вижу. Воу-воу. Так, отлично. Приплыл. А деньги я выкладывал? Нет. Сколько у меня денег? Сколько-то есть. Золото 5, отлично. Ладно, ладно. Тогда я между сериями пофармлю там всего. Но
прежде мне еще надо нафармить на полный доспех джунглей. Ну и потом адский камень, и все-таки надо найти этот цветок. Быть может, он там только ночью цветет. Надо посмотреть. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.